возвращением домой. Благодарю, мой лорд. Спешу сообщить вам, что мы одержали победу. Враги пытались захватить пограничный пункт и превосходили нас числом. Но, несмотря на это, мы победили, отец. Это нужно отметить. Да будет пир! Вот, отец, смотри, это лучший солдат твоих войск. Так как сражается он, я еще никогда не видел. Что ты имеешь в виду, Чезаро? Когда он сражался, создавалось такое ощущение, что он и его меч — это одно целое. В бою я не видал такого, как он. Я видел его как клинок из очень твердого и прочного сплава, который пронзал своих врагов насмерть. С одного удара. Если это так, то этот солдат достоин звания рыцаря. Предлагаю провести церемонию посвящения завтра. Хорошо. Будь по-твоему. Эмилиан, проснись. Тебя к себе вызывает лорд Дарий. Да, конечно. Я уже иду. Мой лорд, мой принц, вы желали видеть меня? Мой сын говорит, что восхищен, как ты сражаешься на поле боя. Благодарю, мой принц, для меня это честь. Поэтому я повышаю тебя до звания рыцаря.